Привет, привет, мои хорошие. Здесь предвыборная кампания. АК-партии нашей сейчас действующая партия действующего президента. А мы едем на пикник. Так вот. Едем на пикник, на пикник. Такие пробки на дорогах. Мы не в своей машине, мы в машине друга мужа. Муж впереди. По-моему, наш. Да, наша впереди машина. И вот, приехали мы на пикник. Вот такое вот место. Наши вон внизу там все вытаскивают. Делают. Хорошая погода, но немножко ветер. Азулечка утащила детей. Ехали далеко, долго, потому что сегодня воскресенье, на дорогах пробки. Все привозишь с собой здесь, готовишь мясо на мангале. И отдыхаешь. У меня сегодня очень мало зарядки. Представляете, я поставила телефон на зарядку, пока собирала детей, но... А он не взял зарядку. Не знаю почему. Может, я не до конца воткнула розетку. Не знаю. Короче, видимо, я вилку в розетку не до конца воткнула. Здесь прохладно, но дети хорошо, я их тепло одела, прям как чувствовала. Вот такое место. Сейчас посмотрим. Не едет? Я посмотрю сперва, подожди. На эту площадку как попасть? Очень красиво здесь. Душа прям отдыхает. Не успели приехать, душа уже отдыхает. Ой, да! Да! Сейчас, маму, тебя возьму на руки. Смотрите, какой вид. Какая панорама. Красота. Что еще нужно для счастья? И везде на деревьях растут шишки. Давай, мамина, я тебя тоже заберу с собой. Мамины солнышки. А, вон наши машины. Всю панораму портит вот этот мешок, который висит на дереве. Да. Сейчас, мама, тебя возьму на ручки. Ты тоже посмотришь, что же там внизу происходит. Он у меня парень любознательный. А небо сегодня вообще прелестное, ни одного облака нет. Голубое, 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 голубое. Люди даже пешочком идут. Я не знаю, говорила я или нет, это все бесплатно. Приезжайте на машине, заезжайте, все приносите с собой. Вот столики свободные, выбирайте любой столик и отдыхаете. Все для людей, как говорится. Ой, летом здесь, наверное, красота просто. Сидеть в таком ресторанчике летом, вечером, когда внизу огни города светят. Ой.
Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. У телефона оператор Зуля. Снимаем вам панораму, которую, наверное, уже вам Фатима сняла. Так, а тут я снимаю Фатиму с детками. Какая Сына, благодать. Тужится, пыжится, солнце мешает. Просто посмотрите, как здесь красиво. Ну и, конечно, вся красота, которая прикрыта вот крышечками нашими. Детки. Дай мамину, сейчас, солнышко, сейчас. Сейчас мама проедет это место, и солнце не будет тебе в глазки попадать. Вот, с лица что-нибудь, пару слов, девушка, пару слов. А Асланчику солнышко не нравится, ему щуриться приходится. Здесь не так тут ветрено, как там, да? Же? Да, здесь такого ветра нет, и здесь солнышко печет. Все равно спинку нам прикрыть. Пару слов, девушка. Аслан, расскажите ваши впечатления, эмоции. Посмотри, моя помада отпечаталась на нем. Эмоции, эмоции. Так, вы пока недовольны, мы поняли. Недовольны, мы хотим спать. Сейчас, скорее всего, мама их накормит, и он будет спать. Ой, на солнышке так видны его усики. Усики, усики нас. Пойдем, пойдем. Мамаша все заметит. Конечно. Все, пойдем смесь сделаем. Все, мы закрываемся. Пойдем деткам делать смесь. Я хочу вам показать шишки. Их не видно. Да, их не видно. А, здесь какая собачка пришла. Букимина, Джава? Брала. Местная собачка. Мы тут со своей водой, со всем своим... Со своей едой. Мантарда мы алды нас? Мантарда алды. Tavuk var, et var, köfte var. Bak. Patlıcan da var, baklajan. Anne su kupili. Bak bak. Bak tabak hazırladık size. Kahvaltı. Ne bak burada. Bakayım. O nam zavtrak уже приготовили. Gelin 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 oturun hemen. Yumurtanı da al. Alsana mama yapacağım şimdi. Al yumurtaları da. Яйца тоже есть. Vay vay vay. Салат готовят. Молодцы. Bak. Ne? Patates salatası. Dur, kim yaptı? Beko. Beko. Ne zaman? Gece. Gece yap. Gece. Aç aç bak. Дома друг сделал и принёс. Сейчас будет доделывать. Я даже не знала. Меня сегодня в 11 муж будет, говорит, собирайся, говорит, едем, говорит, на пикник. За ним друзья приехали. Ага. Tamam. Tamam. Güzel. Грязно, да? Блять, я это должна была всю... Съели мы грибочки с сыром. А, и сыр был начинен. Котлетки местные. Но я котлеты не ела, Зуля тоже, потому что они для нас островатые. Сейчас будут крылышки. Я люблю вот эти крылышки. Канатлары северим. А! Какую, почему это закон подлости? В какую сторону не идешь, дым идет всегда за тобой. Так, ребрышки здесь, пистолетики, крылышки. Вот, дети спят. Все наворачивают. Ой, Зулечка моя, где, не знаю, где ты здесь была. Хорошо здесь, но все равно полностью, чтобы голова расслабилась, не получается. Ой, это раньше голова полностью расслаблялась, сейчас все равно думаешь, как там детки. Постоянно подбегаешь, смотришь, спят, не спят, они спят. Сейчас очень даже хорошо. Сейчас внизу посмотрим, что есть. Здесь собак очень много гуляет. Ну, они дружные, дружелюбные точнее.
мусорные баки, чтобы люди не гадили и после себя мусор убирали. Это очень даже хорошо. Эта сторона больше такая лесная, здесь деревьев больше, но и прохладнее на этой стороне. С нашей стороны солнце повыше, и там тепло. Такс. Здесь холодно. Не то, что прохладно, здесь холодно аж прям. О, там вижу, палатка даже есть. О, здесь такой холодный ветер аж прям. Хотя деревья вокруг, но ветер здесь холодный. Ну, потому что солнце не поступает, скорее всего. Сейчас снимем мы вам. Там я вижу море вдалеке. Такс. Холодно. Хорошо я тепло одета. Такс. Панорама, панорама, панорама. Красота. Вот только ради вот такой панорамы стоит ехать за город, чтобы поесть мясо на мангале жареное. Шишки везде, очень много шишек. Небо красивущее, красивущее. Опля. Видите, еще сколько свободных столиков. Так что приезжайте со своим добром, с мясом. Турция рада всем. О, здесь такая прям лесная-лесная зона. Холодно, холодно, холодно. Собачки. Кто боится собак? Точно не я. Они же еще и чувствуют, кто их боится, кто нет. Опля. Здесь еще одна собака. Там еще одна собака. Интересно, сколько их здесь? Я уже 5, по-моему, насчитала. Солнышки спят. Солнышко одно, солнышко второе, оба солнышка спит. Готово наше мясо. Кстати, турки в основном, когда жарят мясо на мангале, не добавляют ни перец, ни соль, ничего, никакие приправы, все добавляете вы потом. Но зачастую я видела именно так, чтобы готовили. Не знаю, может, в ваших семьях как-то готовят по-другому, но я видела вот так. Вот это вот мясо без соли, без перца, сам уже то, что хочешь, добавляешь и ешь. Всем приятного аппетита, кто за столом, ну и нам.